космического времени суток, с вами Виджейвери. Я играю в Геншин и нахожусь в разломе. Сегодня мне надо найти некие подсказки, где искать дядю Хэ, но далеко не факт, что мы сможем найти самого дядю. Так, ну для начала, пожалуй, наверное, вот эту вот штуку поставлю. Адювант. О, он как фонарик работает, короче. Так вот, и мне интересно, как... Ну-ка. А-а-а, понятно. Вот это все просто было. В общем, я так понимаю, в каждом регионе есть свои механики решения тех или иных загадок. Например, ну вот здесь, по крайней мере, нужен адювант. Так вот он подсвечивает. Правда, непонятно, зачем он этот крест подсветил. Так. Так, а куда мне дальше-то? О, я там вижу сундук. Я там сундук вижу, а пропускать сундуки – это плохая мысль. Я хочу все собирать потихонечку, которые увижу, по крайней мере. Потому что лишними они точно не будут. Ой, ну ничего. А вот и сундучок. Так, что говорила про механики-то? Вот. Короче, подсвечиваются вот эти вот, да? И это достаточно просто. По крайней мере, логично, как это работать должно. Единственное, что я не понимаю, почему вот тут вот одна вот эта вот штука. Какой в ней смысл? Ну да ладно, потом когда-нибудь разберусь. Пока что мне надо двигаться дальше. Куда-то вот. Нет, не сюда. Вот сюда. Это здесь? Не очень похоже, чтобы здесь кто-то бывал. Где здесь? Это что? О! Как легко получать достижение этого, посмотрите. Так, и мне, наверное, придется слегка поменять команду, потому что... Ну... Геовишапы, они как бы не совсем легкие враги. А у меня команда, ну, скажем так, какая попала. Так, мы возьмем вместо Яо-Яо. Кого же мы возьмем? А мы возьмем, знаете кого? Мы возьмем Кли. Это Дайбукина! Да. Не то чтобы она у нас была самой сильной, но зато она будет всех взрывать. Выглядит очень странно. Да не боись. Сейчас мы быстренько его побьем, да, бомбочками закидаем, вообще все хорошо будет. А то что он как бы офигевший такой. Чувствуешь, ну и вонь. А лучше держаться от этой черной жижи подальше. Да капец вообще, что за фигня, в которую он меня извалял? Хорошо, хоть в игре нет такой механики, где персонаж действительно становится грязным от такой фигни. Ай. Вот за это я их и не люблю. Они прыгают как бешеные. А тут еще мало пространства. Мне развернуться-то негде. Вот что они, что ловачурны, меня прям вообще бесит. Вообще. Но, к счастью, мы с этим разобрались. Так, покушаем. Все молодцы, да. Ну, у тебя пока еще не низкое здоровье. Поэтому пока что просто изучим, что тут у нас есть. Вот эта вот жижа черная, она больше фиолетовая. Ё-моё, у меня фонарик погас. А как его опять зажечь? Ага, понятно. В общем, я не хочу к этой жиже подходить, она какая-то мутная. А что мне тут надо-то? Это непонятно. Вы в зоне цели. В зоне какой цели? Вот это что? Свет меркнет. Моей кристальной лампы хватит еще примерно на 4 часа. Еды осталось немного. Я смогу найти водяной фильтр по памяти, но нужно найти новый источник света.
Эти огни парят в воздухе, или кто-то идет? А может, мне начинает мерещиться всякая ерунда из-за недостатка кислорода? А, так вот что нам тут надо было. Ну и ладно. Тогда подальше от этой жижи сейчас уйду, и все. Тут больше ничего и нету. Так. А куда дальше-то? Кто-то вниз? Йося! Ну, сейчас потихонечку спустимся вниз. Почему бы и нет, собственно. Да, правильно. А, слаймы. Геослаймы под землей. Все логично. Тут повсюду руда, камни. Ну и геослаймы. Почему нет? Да блин, да, почему ты застрял в сундуке? Кохон! ここで一曲、宝箱の歌。Так, а куда дальше-то? Я не знаю. А, музыка, кстати, классная. Видимо, разломная. Я такую не слышала раньше. Честно говоря, мне надоела уже музыка из Лиюэ и вот этих вот всяких. А, например, Сумеру мне вообще музыка боя не нравится. А тут вот прям вот что-то хорошее прям. Так. А, они же теперь у меня будут улетать, вот эти светлячки, потому что у меня вместо Яо-Яо стоит Кли. Они теперь будут пугаться. И мы вернулись туда же, откуда пришли. Значит, нам надо просто спрыгнуть вниз, судя по всему, потому что я не нашла, где спускаться по-нормальному. Ну, значит, будет по-ненормальному спускаться, почему бы и нет. Так, это у нас что тут? Кристалл какой-то висит. Видимо, мне это надо. Светоносный кристалл. Ну да, мы такой уже собирали. Но вот опять же, как бы своя механика. То есть, допустим, на драконьем хребте были багровые агаты. Здесь вот эти вот кристаллы. Интересно, меня заметят? Нет? Так, мне надо всего-то лишь прочитать записку. Из недр земли сочится странная черная магма. Я не уверен, что называть это магмой будет правильно. Выглядит она очень зловеще. Лучше не приближаться. Так, но пока что меня не заметили. Это хорошо. Я прошел еще глубже и отыскал несколько странных грибов. Не уверен, съедобные ли они. Похоже, магма привлекла элементальных существ. Если они могут питаться этим, возможно, я тоже смогу. Ой, не надо, может быть, такую фигню-то есть. Нет, что-то не так. Что-то не так с ними. Мне лучше уйти. Это в еду не годится. Когда привыкнешь, грибы не так уж и плохи на вкус. Возможно, лучше перейти туда, где они растут, и остаться там. И стать грибом. Так, ну нас не заметили, это прекрасно. Не хочу лишний раз нарываться на неприятности. Потому что сражаться-то, конечно, можно. Почему нет? Просто, если есть возможность избежать боя лишний раз, то почему бы его не избежать? И тут повсюду похитители сокровищ. Вот просто вот, как везде хиличурлы, так вот тут вот везде похитители сокровищ. Интересно, они меня сейчас тут заметят? Нет? Пока что вроде бы не заметили. Ну-ка, сундук. У меня лампочка погасла. Вот. А как мне ее опять включить? Я не знаю. Так, эти ребята меня сейчас заметят? Нет? Если я сюда пройду тихонечко. А нет, мне вон туда надо, я записку заметила. Если я тихонечко, легонечко сейчас туда заберусь. Интересно, они меня заметят или нет? Потому что было бы хорошо остаться незамеченными. Ну да, конечно же, незамеченными мы останемся. Ага. Так, ну... Не заметили, простите. Сейчас, по крайней мере, немножечко зажжем. Чтобы хоть тепло было. Но будем считать, что все окей. Больше нас никто не заметил. Ну, действительно, а зачем, подумаешь? Когда я подхожу слишком близко к черной магме, мои мысли путаются, а чувство приходит в смятение. Но когда я рядом с этими кристаллами, то мне значительно лучше. Я однажды слышал, как Цзинь-У говорила, что некий
Адювант может быть использован для хранения энергии этих кристаллов. Я спрошу ее об этом, когда вернусь на поверхность. У меня в ушах гул. Я слышу, как кто-то зовет меня, говорит мне, что там в глубине есть вода и грибы. Ох, боюсь, я схожу с ума. Кажется, мы смотрели все места, о которых говорила Ценю. Надо вернуться к ней. Бедный дядя, как его там, Хэ, или как его там, в общем, остался здесь один-одинёшник на несколько лет, питался грибами. Ай, конечно, не мудрено тут с ума сойти. Надеюсь, он все-таки еще живой, и как-нибудь удастся его спасти. Это даже как-то жалко вот его, знаете, да? Музыка такая атмосферная. Мне напоминает что-то... Я не помню, что. Возможно, Black Mesa, а может, что-нибудь еще подобное. Ну, да не суть важно. Так, наверное, лучше сейчас переместиться. Так, а где у нас... А, вот ты где. Зачем ты перешла сюда? В другом месте стоял. О, вы вернулись? Дядя Хэ оставил несколько записок. Что? Он правда что-то оставил? Расскажи мне. Вы рассказываете Цзиньу о найденном. Черная магма, светоносный камень, грибы. Это странно и очень знакомо. Вернемся в лагерь, а лучше не задерживаться здесь. Ну, как скажешь. Опять вниз? Да что ж такое-то? Ну, конечно, логично, что мы будем потихоньку спускаться вниз. Все-таки это шахты. А мы пришли с поверхности, да, правильно? Но насколько глубоко ведет эта нора, дыра, не знаю, что это вообще. Лагерь отряда георазведки. О, ничего себе. И они все вот посюда туда пошли? Серьезно? Тут так темно. Пойман слышит странные звуки. Это и есть те самые бормочущие камни? Какие-какие камни? О чем ты? Меня больше интересует, а как сюда все остальные-то забрались? Потому что у них-то нету планеров. Так, я не поняла. А кто на меня согрелся-то? Музыка не поменялась, но я слышала. Слышала звук. Соответствующий. В чем прикол? Кто-нибудь мне объяснит? Ну ладно. Постреляю вот эти взрывающиеся штуки. Я не знаю, что это на самом деле. Вроде бы где-то это объяснялось. Мне лень вспоминать, как они называются. Ой, как тут высоко. Господи. Просто подпрыгнули. Зачем так дышать-то? Гипервентиляция прям целая. Опять геослайм. Да не буду я вообще даже внимания на тебя обращать. Вот. Делать мне нечего с геослаймами разбираться. Потом, может быть, когда-нибудь. А так мне вообще не до него. А может, он как бы сам по себе отстанет. Рано или поздно. Ну вот, все. А так. А это у нас что получается? Это и есть лагерь? Мы на месте. Странно, где Джитюн? Джитюн! Готова поспорить. Она убежала куда-то снова рисовать свои карты. А что, собственно, случилось-то? Она нарисовала эту карту, когда вы ушли. Вероятно, она снова отправилась исследовать глубины. Пора бы ей понять, что впереди опасно, и не стоит рисковать, оставляя всех позади и действуя в одиночку. Проблема одного грозит неприятностями для всех. Я скажу сразу, мой кулак не знает пощады. Так вот почему-то звучит страшно. Да, очень страшно. Ладно, меньше слов, больше дела. Либо помогите мне обустроить лагерь, либо идите вперед и разведайте дорогу. Извините, галантные манеры не мой конек. Я просто стараюсь ради общего блага. Кстати, если увидите по пути необработанные кристаллы светоносного камня или его руду, пожалуйста, принесите их мне. Я знаю, как с их помощью сделать адювант более эффективным. Судя по моему опыту, это пригодится в шахтах.
Ну, как скажешь. Наконец-то карта разблокирована немного. Хоть не все тут тьма кромешная. Улучшение диванта. Ну ладно, ладно. Так. Мне кажется, мне недостаточно вот этих вот кристаллов. Сколько их собрала? 2, 3, 4? Я не помню. Поэтому не факт, что она мне что-нибудь улучшит. Привет. Нужна моя помощь с улучшением адиванта? Ну да, помоги мне. А, ну, как я и предполагала, не хватает. Ну, неудивительно. Ну, в общем, я так понимаю, это та же история, что и... Что там у нас было-то? На драконьем хребте вот дерево специальное, потом в Надзуме это священная сакура. Хотя нет, это все-таки разные немного вещи. О! Кохон! Кокуда и кёк! Буду все-таки с хребтом сравнивать, потому что, ну, все-таки эти места наиболее, можно сказать, похожи. Тут даже цветы одинаковые растут. О! Интересно, а как туда мне сейчас попасть? Выглядит очень любопытно. Хочу собрать этот камушек. И мне понадобится, знаете, кто? Для того, чтобы его собрать. Еще и вон до телепорта добраться. Мне сейчас вместо клея надо поставить вот это вот мальчика. Масака. Ёмана. Ну и полетели. Все же у него прекрасная способность. Так вот просто летишь и все. Очень жаль, что лететь он может недолго, но мне кажется, этого достаточно. А тут можно просто пройти слегка. Так, ходипа. Вот и все, мы канатоходцы. По идее, наверное, тут вот так вот, ну и предназначено идти по этому канату. Но зачем тратить на это время, если можно полетать? Ну типа, зачем мне персонажи, если я их способности не использую? О, а это у нас что такое? Это фея, какая-то она цветная. Ну, видимо, это тоже как бы особенность региона. Ну и, конечно же, тут фатуи. Как нам без фатуи, я не знаю. Просто везде всегда есть или чурлы, и фатуи. Ну, вот тут еще и похитители сокровищ. Такая прикольная цветная фея. На крипте они были красными, а в других регионах, ну обычных, вот, да, вот там, Манштадт, Лиюэ, Сумеру, они просто голубенькие. Единственное, еще в Юнадзуме свои какие-то феи сумасшедшие, хотя там тоже можно увидеть голубых фей, поэтому вот, ну даже не знаю. Так. Угу. Значит, сюда мне надо. Хорошо. Так, а где еще один? Ага, вон там, вон вижу какой-то. Так. А, он наверху? Ну, извините, я до него сегодня не доберусь, наверное. Он слишком высоковато. Как бы не могу тратить время на это. Так, где-то там, видимо, Джи-Цюн, которую надо найти. Так. А что тут еще есть-то? Не знаю. Вот сундук, например. А это что за фигня? А, удобно. Удобно. Мне нравится. Так, ну и что? Что там у нас? Где там у нас? Так. Ага. Ну вот этот еще соберу. Раз уж он тут есть. Что еще там? Даже не знаю. Там, возможно, еще что-то. Или нет. Или да. Не вижу тут ничего. Не, ну музыка реально напоминает мне Black Mesa. А, это тот, который наверху. Ну, значит, потом за ним вернусь когда-нибудь. Куда он все равно не денется. Так, ну и где тут у нас это?
Джи-Тюн. Вон я ее вижу, кажется. Мэй, Джи-Тюн здесь. Ну вот, да, я же говорю. Давайте переговорим с ней. Что она тут делает? А, Мэй, здравствуй. Да, здравствуй. А что ты здесь делаешь? Ну, как я уже сказала, изучаю местность, чтобы составить карты. Окей. Только я обнаружила, что путь вперед преграждает какая-то странная штука. Если ты возьмешь образцы или сделаешь несколько фотографий, то и департамент по делам граждан, и гильдия искателей приключений наверняка будут очень рады. Я бы сама этим занялась, но я уронила фотокамеру, когда спускалась в шахты. Так что теперь полностью полагаюсь на тебя. И еще пара мест здесь и здесь. Я видела там следы похитителей сокровищ. Прости, где тут какое место? Пойман ничего не поняла. Да, тут просто кучка крестиков и линий. Прошу прощения, сила привычки. Совсем забыла, что не все наделены интуицией картографа. Ну ничего, я пойду с вами и покажу дорогу. Мы можем отправиться в любое из этих мест. Выбирайте, какое вам больше нравится. Ну что ж, ладно, тогда вперед. И с песней. Ой, первая встреча с миазмами, что? Заводим друзей, одолеваем бандитов. Ой, ну и название-то, конечно. Мне кажется, оно не предвещает ничего хорошего. А, так. Ух ты, гео-бочки. Впервые такие вижу. Сколько живу, впервые такие вижу. Ну ладно. Так, ну вот мне вот это надо. А дальше не знаю, просто куда нам? Ага, вижу еще один. И еще один, да сколько их тут? Целая куча. Ну опять вы, ну что ж такое-то? Ребят, у меня нет на вас времени лишнего. Ну вот и все. Это было просто. Так, где там видел это еще-то один? Ага, вот здесь. Ну ладно. Слетаем, заберем. Хотя, наверное, логичнее было сначала телепорт разблокировать, но. Логика как бы не мой конёк, это нормально. Ты чё дерёшься? Зараза, ну-ка. Так. Так, тебе надо скинуть. Нет. Я говорю, тебя скинуть, не меня скинуть. Ну что ж такое, ты не падаешь. Ладно, понятно, он не скидывается. Ну и ладно, ну и не надо. Просто пойду дальше. Делать-то мне же больше нечего. Правильно? Только похитителей сокровищ скидывать в бездну. Блин. А, ну ладно. Ну бывает, промахнулся. Ну и ладно. Зато вот фею сейчас доведем куда-нибудь. Почему бы нет? Это я зря, конечно, да. Прости меня, пожалуйста, друг дорогой. Вот опять эта жижа непонятная. Чего вот с ней делать? Она мне, кстати, знаете, что напоминает? Из фильма «Гремлины кокон», короче, мерзкий такой, в общем. Не хочу ничего общего иметь с этой штуковиной. А это вот все-таки зачем штуки, непонятно. Я их зачем-то активирую, а зачем, не ясно. Потом почитаю подробнее про все это. Так. Куда нам дальше-то? А, опять похитители сокровищ. Блин, всегда похитители сокровищ. Эти похитители сокровищ взяли кого-то в плен. Они что, торгуют людьми? Что-то ты переоцениваешь их смелость. Ну да.
Почему вы пришли только сейчас? Ребята, шлемоголовые пожаловали. Сам-то шлемоголовый. Уходим, живо. Действительно, каким, блин, шлемоголовые? Блин, что я не натягиваюсь? Чуваки, ну вы что? Вы меня расстраиваете. Кто так делает? Вот вам. Помогите, спасите, я здесь. Чё? Кто? А, тут еще один. А как открыть? Непонятно. Кто это у нас? О, записка. Письмо. Клитов и негодный мальчишка. Сначала он бросил группу, которая поднялась, чтобы украсть еду. Потом отпускает всех Харьков-барахольщиков. Мы заперли его. Пусть РГ решит, что с ним делать. Кстати, было землетрясение. Кажется, позже кто-то спустился вниз. Так что нужно быть начеку. Клитова, Харьки. Где ты это уже слышала? Читала. Интересно, интересно. А, вот значит, ты какой, Клитова. Герои, спасибо, что спасли мне жизнь. Подожди, я тебя знаю. Ты тот парень из шахты. Так Лифа. А, нет, это не я. Я не продаю поддельные лекарства. Я Клитова. Клитова, который не продает лекарства. Так ты продавал поддельные лекарства? Что? Нет, как можно? Мои лекарства ни капли не поддельные. Они действуют на 100%. Шахтеры пьют их, чувствуют себя прекрасно. Постой. Только что ты говорил, что не продаешь лекарства. Упс. А, да, моя карьера продавца лекарств закончилась. И все из-за этого Таклеева, который продавал подделки под вымышленным именем. Он продавал поддельные лекарства под вымышленным именем и испортил мою репутацию. Поэтому я поклялся, что с этого момента никогда больше не буду продавать лекарства. И тут меня поймали похитители сокровищ. Этот шарлатан просто ужасен. Да, даже коллег не щадит, настоящий негодяй. Так что это за вымышленное имя? Так Лифа. Ты Клитофа, наоборот. Анаграмма, короче. Клитофа. Нет, подожди. Клитофа это не вымышленное, а настоящее имя. Значит, вымышленное имя Так Лифа? Нет, то есть, да... Он, в общем, представлялся мной, поэтому Клитова стала его вымышленным именем. Понятно же, да? Нет, непонятно, что тут вообще происходит. А, значит, теперь настоящее имя это Таклифа. Жаль. Чего? Жаль, что нам даже стараться не пришлось, а ты уже почти во всем сознался. Давайте схватим его и пусть миллилитры разбираются. Наверняка у них куча вопросов к нему. Или просто прикончим его здесь. Что ты такое несешь? В смысле прикончим? Что? Эй, что за глупые шутки? Ха-ха, а Пайман думает, что это забавно. Ну, ты даже не смеешься. И это вовсе не смешно. Это действительно не смешно, потому что мы вполне серьезны. Пожалуйста, не надо. Сейчас не время для допроса. Не знаю, как вам, но мне лично не улыбается тащить на себе похитителя сокровищ, потерявшего сознание от страха. Давайте сначала отведем его в лагерь. Но логично, да. Пожалуйста, возьмите меня с собой. Я буду вам полезен. Похитители сокровищ все равно меня выгнали. Теперь я опять законопослушный гражданин. А, так вот что ты считаешь законопослушностью. И что ты умеешь? Например, делать взрывчатые вещества. О! А не какие-то другие поддельные вещества? Не поддельные, надеюсь? А, в смысле, я не поняла, я ничего не нажимала. Почему? Почему оно вот так вот быстро промоталось? Это что за прикол такой? Самое настоящее? Я не имею права разрешить тебе присоединиться к нам. Цзинь-У решит, как нам следует поступить с тобой. Я думаю, она передаст тебе миллилитам. Но мы за тобой приглядим. Похитителям сокровищ нельзя доверять. Не говоря уж о тех, кто продает поддельные лекарства. Я же сказал, я не продаю больше поддельные лекарства. Ясно, понятно. Давайте пойдем уже. Да, давайте пойдем. Шальной алхимик.
После снятия барьера формации открылись ходы расхитителей руды. Скорее всего, этот сброд замешан в контрабанде руды Льюэ. Избавившись от них, мы окажемся на службу. ただ本当のことを言っているだけさ。それを受け入れられないものこそ、もっと自分の問題を反省した方がいい。Так, но тут я все равно не знаю уже, что делать, поэтому, наверное, просто... Так, пойдем туда, куда нам сказано идти. А идти нам надо вон в какой-то второй захваченный лагерь. Да, вон он не так уж и далеко, если подумать. Заодно телепорт разблокируем. Еще времени немного есть. Поэтому, думаю, успеем. Успеем с этим разобраться. О, а что это такое? Вот это вот что? Что это? О! Чувак, ты двоишься! А, так. О, нет, опять слаймы. Да что ж такое-то? О! В смысле, блин? Сумино. Мукуйка. Как это получилось вообще? Что? Почему его убило? Что его убило? Я не поняла вообще. Это вот эти вот штуки, что ли? Что тут происходит? Капец какой. Шесть. Как же тут опасно-то, оказывается, в этом вашем разломе. Меня давно вообще никто не умирал. С другой стороны, конечно, я возвышение прошла, но это как бы не показатель. Так, хотел как бы подальше, а то вдруг опять нас разломает. Неохота. Так. Вот эти вот штуки, что взрываются, или что, я не понимаю. Так, а если... Понятно, значит, навык. Странно. Я не знаю, что это такое. Если бы я знала, что это такое, но я не знаю, что это такое. Так, мне надо... нет, мне надо хил. А кто у нас тут похилит? Ага. Цы. Можно, конечно, едой хилиться, да. Но я предпочитаю все-таки иногда использовать что-нибудь более полезное. Потому что еда заканчивается, а хил нет. Бесконечный источник восстановления здоровья. Так, ну а дальше уже пойдем вот к этому лагерю. Там, наверное, опять придется драться с похитителем сокровищ. Почему бы нет, конечно же, да? Логично, логично. Ну, сейчас я уже не буду внимания обращать там на феи и прочее. Только, может, какие-нибудь, как их там, кристаллы буду собирать. И то, если они мне прямо вот по дороге попадутся, вот, например, Вон я вижу один. Лежит никому не нужный, светится. В горшке зачем-то. Кто его туда положил вообще, я не знаю. Или вот, например, вот этот сундук. Я мимо проходила, забрала все. Так, и дальше мне куда? Куда мне дальше? Куда-то сюда. Опять магов бездны вижу. Ну, конечно, как тут без магов бездны-то, а? Они везде, где вот такой вот стрёмный кипиш. Ну и воспользуемся, наконец-то, лифтом. Все-таки они ж тут не зря расположены правильно. Мне кажется, так будет быстрее и проще. Так. Опять тут эта непонятная жижа. Так, а нам куда надо? Вниз? Ну, вниз значит вниз. Прогоните похитителей сокровищ. Ну, сказали прогнать, я прогоню. Почему нет-то?
Опять вы? Да еще и Клитофа выпустили. Эту реплику опять ты должна была произнести, Пайман. Уходим, уходим. Что? Тут какая-то огромная пушка. Сходим и глянем на нее. Это горовзрыватель, который используют шахтеры из Льюэ. О, я люблю пушки. Это как в Инадзуме? Как в Мираже? Мне дадут пострелять. Так, запирающий механизм не заржавел. Видны следы смазки. Похоже, за ним ухаживали после того, как шахта была запечатана. Затвор также не поврежден. Предохранитель находится в блокирующем положении. Я не понимаю, о чем это он? Проход впереди завалили валунами, когда шахтеров эвакуировали. Похоже, эта пушка может снова пригодиться. Без снарядов пушка бесполезна. Нам нужно найти снаряды. Не говори так, будто я не знаю этого, умник. Неподалеку есть склад, где, вероятно, хранились снаряды. Надеюсь, их не все вывезли при эвакуации. Ну что ж, тогда в путь. Идем. Что-то он какой-то мутный тип. Так. Ну, телепорт. Лучшее средство. Так. Опять вниз. Ну, ладно. Это была, не была. Может, и была. Но это не важно. Это все не важно. Мы на месте. Врата заперты. Чтобы открыть дверь, нужны два ключа. Вы, жители Льюэ, всегда щепетильны в такой ерунде. Вот это ты повернулся, конечно. Хватит уже пререкаться. Смотрите, объявление врат. Судя по всему, снаряды все еще находятся на складе. Да, но мы до сих пор не знаем, сохранились ли детонаторы. Я думаю, пока не стоит питать лишних надежд. Ой, посмотрите только, какие мы оптимистичные. Хватит каркать. Серьезно, что вообще происходит? Почему мы должны слушать, как какой-то похититель сокровищ нас сомневается? Да. В любом случае, нам нужно сперва открыть врата. Да, и вы двое должны перестать ссориться, хорошо? Ладно. Давайте пока продолжим. Возможно, Цзинь узнает, как открыть врата склада. И после этого нам предстоит еще немало работы. Для отпирания затвора придется активировать сигнальное устройство. Я слышала от Цзинь-У, что у команды взрывников есть наблюдательный пункт, с которого открывается вид на пушку. Оттуда можно настроить сигнал и использовать его, чтобы разблокировать пушку с безопасного расстояния. Да, но делать мы это, видимо, будем уже в следующий раз. Потому что. Так, я там вижу еще один кристалл, но когда-нибудь я до него доберусь. Пока что на этом все. Большое спасибо за просмотр. Удачи в жизни и до свидания.